Я с вами Виктория. Сегодня готовлю блюдо из кабачков. В сезон кабачков их можно готовить хоть каждый день. И каждая хозяйка задается вопросом, что же мне еще приготовить из кабачков? Почему бы их не нафаршировать вот таким способом? Сначала подготовим кабачки. Из кабачков сделаем такие как бочоночки. Разрезаю каждый кабачок примерно на 3 части. И теперь нам нужно убрать серединку, но не до самого конца, чтобы у нас оставалось донышко. Проходимся вот так ножом. Чтобы легче было вытащить, можно сделать вот такие вот надрезы крест-накрест. И вытаскиваем мякоть. Мякоть используем для начинки. Вот нам нужно, чтобы у нас получилась вот такая кружечка. И то же самое проделываем со всеми кабачками. Кабачки солим, перчим, соль, перец по вкусу и немножко взбрызгиваем растительным маслом. Приготовлением фарша. Для фарша я буду использовать куриную грудку. Мясо, конечно же, можно использовать любое. Можно использовать уже готовый фарш. Мясо я не буду перекручивать на мясорубке, я его просто мелко-мелко порублю. Нарезаем как можно мельче. Вот у меня будет именно рубленное мясо, потому что куриный фарш, когда его перекручиваешь, он получается немного суховатый. А так получится у нас очень сочно. Далее нарезаем лук. У меня зеленый лук, репчатый лук и лук-шалот. В фарш сразу добавляю нарезанный лук, солю, перчу, добавляю сушеного чесночка. Все хорошо перемешиваю, и пока мы будем заниматься подготовкой других ингредиентов, наш фарш уже будет мариноваться. И одну часть лука я отправлю на сковороду, чтобы его обжарить. Для обжарки я также натру одну морковь. И мякоть от кабачков, так как кабачки еще молодые, вот так сейчас порублю. Ее можно использовать и для фарша, или для любого другого рецепта. Сначала начинаем обжаривать лук и морковку. К обжаренному луку и морковке добавляю кабачок. Овощи немного подсолю. Жареные овощи прикладываю в фарш. Добавляю 80 грамм отваренного риса. Друзья, далее добавляю пюре томатов. Можно, конечно же, использовать свежие помидоры, либо добавить томатный соус. Я добавляю примерно 2-3 столовые ложечки. Сюда же добавляем нарезанный чеснок. Специи добавляем по вкусу. Я добавлю еще паприки. 30 грамм натертого твердого сыра. И 2 столовые ложки сметаны. И все хорошо вымешиваем. Подготовленным фаршем начиняем кабачки. Формочку немного смазываю растительным маслом и выкладываю наши фаршированные кабачки в формочку. Плотно накрываю фольгой и убираю запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 45 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.
Вот они, наши кабачки с пылу с жару. Получается очень-очень вкусно. Обязательно возьмите на заметку этот рецепт. Подаем их как самостоятельное блюдо или на гарнир. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.